Добрый вечер. Мы рады приветствовать вас в этом прекрасном уютном заведении. К сожалению, мы здесь в последнее время не часто выступаем, но сегодня есть люди, которые будут нас слушать. Это вы. Итак, сегодня с вами коллектив Иванов Vibe Band. И первое отделение мы сыграем своим традиционным составом, а во втором отделении мы будем выступать со струнным квартетом Noir Quartet. Итак, я приглашаю музыкантов Иванов Vibe Band. Ростислав Шароевский, Александр Горов, Сергей Сапляр и Антон Залетаев. Итак, наша первая композиция называется «Бабье лето». Thank you.
Спасибо. Это была композиция «Бабье лето». Она у меня ассоциируется с прогулкой в солнечный летний день, точнее, ранняя осень, солнце, лес и прогулка на велосипеде. Вот так. А теперь будет еще одна летняя песня, как вы заметили, уже наступило лето, хотя сегодня непонятно, наступило или нет. И сейчас мы исполним композицию «Поймать волну». Чуть-чуть в монитор добавить вибрафон. Немножко. Thank you.
А теперь мы исполним композицию под названием «Кофе с молоком». Итак, кофе с молоком. Thank you.
А теперь мы исполним очень печальную песню, которая называется «Чайковский». Thank you.
Теперь, спасибо. Теперь в завершении нашего первого отделения мы исполним композицию «Слепой дождь». Кстати, вчера он был. Чуть-чуть, ромбочек, ромбочек.
Напомню, Антон Залетаев, саксофон, Александр Горох, гитара, Сергей Сакуляр, бас, Ростислав Шаревский, ударный, а я, Иннокентий Иванов, вибрафон. До встречи через 10 минут. Ну вот, я надеюсь, вы соскучились. И теперь... Спасибо. И теперь начнется главная часть сегодняшнего концерта. Сейчас с нами выступит известный достаточно в Москве нуар-квартет. И мы будем играть разные песенки, теперь уже не авторские. Хотя авторские тоже будут. Итак, я приглашаю на сцену нуар-квартет. И непосредственно Иванов Vibe Band. Напомню для тех, кто не знает, если вдруг кто-то первый раз у нас на концерте, наш сайт ivanovband.com, там вы можете следить за нашими событиями. Следующий концерт у нас будет теперь уже аж в июле, 2 июля. До этого вроде пока ничего не будет. И вы можете следить за нашим сайтом, опять же, стучаться в гости ВКонтакте, в Фейсбуке, я буду сообщать о наших концертах, делать спамовую рассылку, как положено. Еще стоит отметить, что сегодня с нами впервые выступает Олег Синкин, это музыкальный руководитель театра Елены Гамбуровой, в котором я тоже работаю сегодня. Браво. Сегодня он впервые для себя играет на чудном инструменте ротес. Итак, первая композиция. Ну, кто-то ее слышал, кто-то не слышал. Я обычно, когда играю в игры на телефоне, я отключаю звук. Но, тем не менее, эту музыку я знаю. Композиция Angry Birds. Thank you.
исполним мою композицию «Драккар». И аранжировку для квартета написал наш контрабасист Вячеслав Ахмельзянов, которого сегодня, к сожалению, нету. Итак, «Драккар». Все-таки я расскажу о этой композиции. Это, как и часто у меня в творчестве бывает, это композиция-картина. Представьте берег моря, скорее всего, Балтийского, снаряженные дракары, уже готовые к походу, и викинги стоят на берегу, с ними прощаются семьи, дети, родители, не хотят, чтобы они уходили в поход, но викинги решительно говорят: нет, мы пойдем, садятся и уплывают. Thank you.
песню, которую наверняка знаете с детства. Все знаете с детства. Это песня группы Beatles Blackbird. И аранжировку этой песни сделал Антон Залетаев. А сейчас мы исполним старинный джазовый стандарт под названием «The Stars Crossed Lovers», автор Билли Стрейхан. И аранжировка по-прежнему Антон Залетаев.
И еще одна песня Beatles, на этот раз «Норвежское дерево». Да, в смысле дерево. И опять аранжировщик Антон Залетаев. «Norwegian Wood». Thank you.
Антон Залетаев. Квартет. Иванов Лайт Бэнд. А теперь в завершение нашей программы мы исполним мою композицию под названием «Сон». И на этот раз уже я написал аранжировку для квартета. Можно сказать, дебют. Итак, «Сон». Thank you.
Александр Горох, Сергей Сополяр, Ростислав Шараевский, Нуар Квартет, Олег Симкин, уже не ушел, и я, Иннокентий Иванов, микрофон. Мы хотели закончить, но придется еще для вас сыграть с радостью. И мало того, мы хотели сыграть одну песню, но сыграть другую песню. Третью, может быть и третью, да. Вот к нам подошла в антракте девушка и попросила сыграть македонский танец. Ростислав без айпада играть отказывается, дорого мне выходит. Thank you.
Антон Завитаев, саксофон и флейта. Александр Крылов, гитара. Сергей Сатлер, контрабас, бас-гитара. Ростислав Шароевский, ударный. Я Иннокентий Иванов, вибрафон. Это был Иванов Вайб Бэнд. Приходите к нам на следующий концерт и приводите друзей, чтобы в следующий раз у нас был полный зал, и чтобы мы выступали для вас еще радостнее. Но это никак не сказывается на сегодняшнем выступлении. Итак, мы ждем вас на наших новых концертах. И спасибо вам, что вы пришли.